Профсоюзные активисты производственного объединения «Старт» встретились с коллегами из региона. В маркетингово-выставочном комплексе состоялось областное профсоюзное совещание. Опыт накоплен огромный. Профсоюзом Пензенской области уже более 70 лет, а отраслевым организациям более 100. Поэтому мы в рамках и празднования 80-летия Пензенской области и 70-летия организации профсоюзов на нашей территории, мы делаем такие выезды. Основная задача профсоюзных организаций – защита прав трудящихся, создание комфортных условий работы на предприятиях. На выездных встречах профсоюзные лидеры делятся опытом в этой области, оценивают результаты своей деятельности. Коллективный договор АО НИИФИ – это реальный инструмент защиты прав трудового коллектива и обеспечения дополнительных социально-экономических гарантий. При заключении коллективного договора интересы работников в области труда, социально-экономических отношений также представляет правком. По результатам проверки коллективных договоров в отрасли наш коллективный договор признан одним из лучших. На областном совещании с докладом выступили и представители производственного объединения «Старт». Наградообразующим предприятии действуют 6 дифференцированных социальных программ. Заводчане получают материальную поддержку в различных жизненных ситуациях. Им помогают оплачивать ипотеку. В основном это погашение части процентной ставки по кредитам. Вот, мы гасим большую половину, 5,7 из этой ставки в течение 5 лет. Значит, есть жилищная комиссия, работает, к нам обращаются с заявлениями работники. Сотрудники производственного объединения «Старт» принимают участие в различных творческих конкурсах, укрепляют здоровье в заводском спортклубе, выступают на соревнованиях. На областном совещании профсоюзные лидеры не только делились накопленным опытом, но и говорили о планах на будущее и актуальных направлениях развития в условиях цифровизации экономики и общественной жизни. Мы представлены практически во всех сетях, и сегодня я полагаю, что профсоюзный лидер, он должен владеть всеми формами подачи информации на любом уровне. Поэтому сегодня вот основное внимание уделяется этому. Мы должны рассказывать, что мы умеем, что мы делаем, какие права защищаем. После пленарного заседания гости производственного объединения «Старт» познакомились с историей и промышленным потенциалом градообразующего предприятия «Заречного». Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».